главном соборе родные, друзья, коллеги и соратники Александра Николаевича. Те, кто знали его не один десяток лет, Евгений Савченко, бывший глава Белгородской области, а ныне сенатор здесь же, не мог не приехать. С Михайловым общались всегда тепло, он хорошо помнит, какое наследство досталось Александру Николаевичу в начале нулевых. Он любил эту землю и считал своим долгом все сделать для того, чтобы Курскую землю вывести из того прорыва, в котором она находилась, на путь созидания. И шаг за шагом, благодаря сплоченной команде своих единомышленников, ему это удалось. Роман Старовойт напомнил, что именно во время руководства областью Александром Михайловым была заложена хорошая инфраструктурная база, строились социальные объекты. Александр Николаевич и команда сформировали действительно твердую базу для развития Курской области. Начаты и реализованы многие инфраструктурные проекты. Созданы рабочие места, построены детские сады и школы. Но прежде всего ушел из жизни самый близкий для своих родных человек. Не хочу сказать тебе, папа, конечно, ты нас слышишь. Я тебя люблю, и это ничего не может изменить. После отпевания гроб с телом Александра Михайлова в сопровождении солдат Курского гарнизона и военного оркестра отправился в последний путь. Его похоронили на северном кладбище Курска. Убежденный патриот своей большой и малой родины, так называли его те, кто давно с ним работал и знал. И ушел он, как и хотел, находясь на рабочем месте. Александр Юров, Сергей Малеев, Андрей Зарубин. События дня.